Добрый день, ребят. Меня зовут Бивал Александр. Вот сижу, читаю в блоге. Очень много вопросов и очень много, скажу с моей точки зрения, глупостей насчет стекол, мультифункциональных стекол, стекол селективных. То, что если есть у энергосберегающих стекла или стекла мультифункциональные, то цветы не растут. Давайте вам покажу, как не растут цветы с нашими мультифункциональными стеклами. Это цветы моей жены. Вот что у нас творится за окном. А чтобы вы поняли, какие стекла стоят у нас, дайте я возьму немножко камеру и вам покажу. У нас стоит Silver Star пакет от компании Glastrush. Это пакет с селективным стеклом. Снаружи внутренним стеклом это ЛУЕ, газом-аргоновым, пластиковой дистанцией по периметру. Ну, факт налицо. Ребят, цветы будут расти, и все, что тут написано, вот все эти глупости, это все вранье. Цветы будут расти, ставьте энергосберегающий пакет, ставьте селективный пакет. Про свойства селекта ЛУЕ я расскажу в другом виде, потому что это надолго материал. Не бойтесь, орхидеи у вас будут расти, и все остальные цветы тоже самое. Был Бивал Александр, с вами был Бивал Александр. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч.